Новое освещение, удобные скамейки и площадка для выгула собак появятся в центральной части города. В Первоуральске преобразится аллея на улице Ватутина от Малышева до Ленина. Как пояснили в администрации, средства на благоустройство удалось сэкономить по результатам конкурсов. Сейчас на аллее уже монтируют новую систему наружного освещения. Вместо прежних плафонов будут светодиодные. Последние дни доживают и старые металлические скамейки. Вместо них планируется установить новые с деревянными сидениями. Вдоль тротуаров уже появились новые урны, а в районе здания суда огорожена и отсыпана площадка для выгула собак. Также до конца октября недалеко от лицея номер 21 появится игровая площадка для детей. Но самые большие изменения ожидают лестницы. На них установили перила, а строители готовят к замене ступеней. Стоимость проекта 10 миллионов рублей. В ближайшее время изменения ожидают и проспект Ильича, где смонтируют новые остановочные комплексы. Первые установят на площади Победы. Подрядчики, которые занимаются изготовлением, готовы в ближайшее время выдать первые две остановки, которые будут установлены. И так они будут частями. Договаривались о том, что в течение месяца с момента поставки первых остановок будет весь установлен полностью комплект, как на площадь, так и на проспект Ильича. У нас будут установлены три торговых павильона, три маленьких остановки.